Неоднократно на приеме мне задают вопрос: как нам делать? У нас дома живет бабушка, которая не передвигается, которая только может в квартире находиться. Мы ее не обследовали уже несколько лет, не делали ей ни флюорографию, не госпитализировалась она никуда. Вроде бы она ни на что не жалуется, но в то же время у нее присутствует кашель. И тогда я объясняю. Конечно, с возрастом люди становятся маломобильными. Им трудно дойти до территориальной поликлиники, на которой территории они проживают, и пройти флюорографию. Для этого существует нормативный документ 21 марта 2017 года, приказ 124 Министерства здравоохранения, который рекомендует всем маломобильным гражданам пройти исследование двукратное в разные дни, исследование анализом мокроты. Для этого родственник идет к участковому терапевту, берет направление на анализы мокроты, собирает дома у бабушки мокроту в два разных дня обязательно и приносит в часы приема и работы лаборатории своей территориальной поликлиники.